Как переехать на Мальту и получить ВНЖ через обучение там? Рассказываю в этом видео. Привет всем, меня зовут Снежана Никольская, я эксперт по международному образованию. Прежде всего, я работала всегда с островом Мальта, я жила там, моя страничка в Instagram Open Malta. Мало кто знает, что на Мальте можно приехать и поступить в британский вуз на программу магистратуры MBA и изучать бизнес и финансы в очень интересном таком графике, который позволяет вам и работать, и при этом иметь право на ID-карту на 2 года. Сама программа MBA длится где-то в среднем 1,5 года. Занятия идут по вечерам, по выходным, там такой достаточно удобный график. При этом защищать свой диплом вы можете поехать в Англию и сдать там экзамен, получить свою вот эту вот шапочку с косичкой. Но это чуть позже. Основные модули программы MBA предназначены для ознакомления студентов с различными областями бизнеса, включая бухучет, финансы, маркетинг, управление персоналом и стратегический менеджмент. Обучение в вузе ведется, конечно же, на английском языке, и для присоединения к программе вам нужно иметь очень хороший уровень и ниже B2. Хорошая новость состоит в том, что вы можете сдать внутренний экзамен в этом вузе и поступить на программу. Если же вы не сдадите на тот необходимый уровень английского, не переживайте, у вуза есть свои курсы английского языка, вы можете присоединиться к ним и поступить на их программу MBA через 2 месяца. Да-да, они делают набор на свою программу целых 6 раз в году, каждые 2 месяца. У вас будет много шансов доучить свой английский до нужного уровня, сдать вступительный тест и присоединиться к программе. По итогу обучения студенты получат диплом MBA, выданный лондонским вузом. Предметы, изучаемые в рамках программы MBA на Мальте, это корпоративные финансы, международный бизнес, управление международным маркетингом, финансовые рынки, инвестиционный анализ и стратегический маркетинг. Какие же требования для поступления на программу MBA в лондонском вузе на Мальте? Вам должно быть не менее 21 года, у вас должен быть очень хороший уровень английского языка, эквивалент IELTS 6.0, а также у вас должен быть диплом бакалавра. Общая стоимость программы на 1,5 года всего 6950 евро. Это включается только обучение. По вариантам проживания расскажу вам позже. Друзья, если вы хотите учиться на Мальте, поехать туда изучать английский, отправить детей в языковые лагеря, или же вы хотите поступить на эту программу MBA, напишите нам. Мы вам гарантируем супер качество нашей работы, вы получите массу информации, самый лучший сервис и, важно, самые лучшие цены и скидки. Кто смотрит мои видео уже давно, знает, что я всегда стараюсь найти для наших студентов самые лучшие цены, скидки, акции, программы и подарки. Так вот, в лондонском вузе на Мальте тоже есть акции. В этом году, если вы оплачиваете при поступлении сразу же полную сумму за свой MBA, не разбиваете ее на части, то вы получаете скидку 1000 евро и платите 5950 евро. Либо же вы можете получить в подарок 4 месяца изучения английского. Выбирать вам. Либо изучаете английский, либо платите на 1000 евро меньше. Как вам? Шикарнейшая новость! Во время обучения по этой программе MBA вы имеете право на работу на Мальте до 20 часов в неделю. И вуз помогает найти такую работу, скорее всего, подработку, практику в компаниях на Мальте. Расписание уроков в вузе сделано так, чтобы вы могли совмещать свою учебу с работой, что и многие наши студенты, конечно же, делают. У вуза есть целый отдел, который помогает студентам со всеми типами виз, документов, разрешений на работу и так далее. И, конечно же, помогает с нахождением работы и практики. У нас есть много примеров успешного обучения наших ребят в этом вузе на Мальте. И в дальнейшем они остались на острове, нашли работу в частных или государственных компаниях и банках. И живут теперь в этой стране. Визовый отдел вуза прямо на Мальте сделает вам ID-карту. Вам надо просто приехать на остров либо с действующей шенгенской визой, либо со студенческой визой. Либо же, если у вас безвизовый въезд на остров, пожалуйста, приезжайте, и на месте визовый отдел сделает вам ID-карту. После окончания обучения программы MBA на Мальте вы имеете право продлить свое ID или ВНЖ Мальты еще на 9 месяцев. На острове есть программа поддержки высококвалифицированных кадров, а именно
каким вы и будете после программы MBA. И вам продлят вашу ID-карту еще на 9 месяцев, чтобы вы нашли работу и остались в этой стране. Друзья, программа MBA, она очень подходит всем студентам, которые хотят существенно улучшить свою строчку в резюме об образовании. Допустим, у вас какой-то, ну, не сильно, скажем так, рейтинговый вуз своей страны. Вы на него сверху кладете MBA британского вуза, и автоматически ваше высшее образование становится каким? Британским. Мы очень часто делаем комплексные программы для наших студентов, когда они изучают и английский вначале, очень часто у нас английский, скажем так, уровня обнять и плакать. Вот, не переживаем, мы учим прям с самого нуля. Можно отучиться либо в самом вузе академическому английскому, либо мы можем предложить массу очень хороших школ английского языка на Мальте. Мальта — это вообще остров школа, там более 48 английских школ. Мальта – это моя душа, я там изучала английский с нуля до адванс, это была моя первая страна, куда я переехала, и я там прожила более 7 лет, поэтому, поверьте мне, я знаю об обучении на Мальте все. С вами была Снежана Никольская, эксперт по международному образованию. Мы отправили на обучение уже почти 3000 человек в 11 стран мира. Нам точно есть что вам рассказать, здесь есть мой номер WhatsApp, пишите, всегда буду рада вам помочь. Огромной вам удачи и успехов, пока-пока!